Ой, здравствуй, Буратино. Здорово, бать. Че, бухаете? Ну-ну. Слышь, это, а где сумка моя черная, здоровая такая? Вон под кроватью лежит. А. Ну давай, по чуть-чуть. Давай. По чуть-чуть. Слышь, это? А у нас родственников нет нигде так подальше, в деревне там где-нибудь. Не, нету. Значит, своим в лес поеду. А пила у нас где? Вон, на верстаке лежит. Шебутной пацан. Так, ну все, я погнал. Если что, вы меня не видели. Понятно? Именем Тарабарского короля, откройте! Блин! Добрый вечер, граждане. Документики предъявляем. А в чем, собственно, дело? Ориентировочка поступила. Сегодня было совершено нападение на гражданку Тортилу. Неизвестный ударил ее топором сзади и завладел золотым ключиком. Слава богу, панцирь выдержал. Горячие следы привели к вам. Что скажете? Так а вы у Джузеппе посмотрите, он пьющий, да и приводы у него были. Да, дядь Джузи? У меня? У меня ничего нет. Во. Все понятно. Пройдемте, гражданин. Это какое-то недоразумение. Я законопослушный гражданин. Я никогда ничего такого не нарушал, ни одного закона. Джузеппе, ты кто мог подумать, а? Да и Тортилу жалко. Все-таки старая черепаха. Старая-старая, два квартала за мной бежала. Это с топором в панцире. Что? Ничего. Я говорю, бахнем давай.